Всем привет! Мы сегодня наконец-то вышли на улицу. Смотрите, какие у нас тут сугробы. Прям как Артём. Такие вот, видите, замело нас как. Замело-замело. Санки, да, но твои санки у папы в багажнике. Пойдем дальше. Мы с Артёмом решили пойти в школу и попрыгать в сугробы. Да, пойдем скорее. Топ-топ-топ-топ. Так что у нас давно такой красоты не было. Вообще. Просто красотища. Да, видите, как у нас зима. Хотя сегодня 2 марта, чтобы вы понимали. Весна в разгаре. Конечно, побежали прыгать в снег. Побежали. Мы уже пришли в школу, и Артём пошел по сугробам. Видите, тут тоже огромные сугробы. Ты застрял? А ну давай, выходи скорей. Ну не знаю, или туда, в какую-нибудь сторону. Что ж ты застрял? А, ты уже ползком. Ну давай, ползком. Сейчас я постараюсь к тебе, ой, попасть. О, тут и мама сейчас застрянет. Я к тебе пришла. Застрял? Ну давай я тебя вытащу. Давай ручка. Давай ручечка. Куда? О! Артём, я вон по колено провалилась. Вот это ты меня затянул в сугроб. Может, мы вылезем с сугроба? Ну, можешь полежать, отдохнуть. Полежала же? О, ты давай. Ребята, а вы любите в сугробах валяться? Или нет? Я думаю, сейчас радость у всех детей. Наконец-то снег выпал весной. Артём, а куда ты собрался? Расскажи, там же все замело. А? Куда ты пошел? Может, мы уже будем идти там, где снежок раскидали? Будем идти? Нет. Нет, ты по сугробам пойдешь. Ну что ж, пойдем, пойдем, поиграем в сугробах. Вот с Артемом нашли огромный такой сугроб. Он почти больше трактора. Больше машин рядом стоящих. Так что вообще, ну короче, сегодня денек наслаждения. Закончились эти сумасшедшие ветра. Морозы сильные закончились. И мы хоть вышли на улицу. Пошли? Пошли. По снегу хочешь? Ну давай. Артём лазит только по сугробам. Он по тротуару не ходит. Ему чем больше снега, тем лучше. Ага. Что там? Трактор задом сдает, да? Но он сейчас поедет расчищать дорогу. Ты видел, сколько там машин и дядей с лопатами? Они не могут сами осилить такую дорогу очистить. Там же очень-очень много снега. И они вызвали трактор. Сейчас трактор будет чистить дорогу. Понял? Мы тут собрались уже уходить с Артёмом и увидели, как трактор делает вот эту вот огромную кучу. Сейчас мы вам покажем. Он как раз, трактор заехал во двор. А, вот он, смотрите, едет. Видите? Вывозит снег. Вот, глянь. Вот кто эту кучу сделал. Такую классную, огромную. И задом встает. И поехал дальше за следующей порцией снега. Трактор, помощничек. Что бы мы без трактора и без этих очистительных машин делали?
Наверное, посидели дома в квартире и ждали лета, пока растает снег. Мы никак не можем уйти от этого шикарного трактора. Мы уже перешли на солнышко и все время смотрим, как этот трактор вывозит глыбы снега. Артему очень нравится. Едет снимать? Да. Хорошо. Мы вам сейчас тоже еще заснимем, как этот трактор красавчик едет, снег чистит. Смотрите, как он это классно делает. Трактор, глянь, едет. Какой молодец трактор. Ой, застрял. Артём, застрял трактор, смотри. Ой. Ты представляешь, трактор тоже может застрять. Почему? Там, наверное, много снега. Видишь? Ура! Он справился, Артём. Все, о. Мы пришли уже к своему подъезду. Что, большой? Давай. Ой, упал Артём в большой сугроб и не может подняться. Ай-яй-яй. Артём. Да ну что это такое? Ну, давай. Ого, ты загруз. Давай, давай, поднимайся и по тропинке иди. Иди, что ты по сугробам прыгаешь? Почему? Я падаю. Я снимаю, как ты падаешь, давай. Я снимаю, как ты падаешь, давай. Ого, круто! Супер! Вставай! Давай сам, сам. Ты у меня умеешь сам вставать. Чё ж помогать? Ты ж взрослый уже, малыш. Молодец! Так вот, ребята, по поводу нашего конкурса. А ну ничего, будем без лопатки. А что делать? Кормушка, ну это не наша. Нашу ж кормушку украли. Так что мы будем без кормушки. Да, зайчонок? Да. Ну ничего, не расстраивайся. Мы еще одну сделаем. И повесим только высоко-высоко, да? Да. Чтоб ее никто не смог достать, нашу кормушечку. Да. Ну так вот, ребята, по поводу нашего конкурса. Кто еще не в курсе, мы объявили конкурс своим подписчикам по поводу того, что многие детки просят передать им привет. Но мы не сможем всем передать привет. И чтобы никого не обидеть, мы решили сделать конкурс с Артемчиком. Ответы на наш вопрос, который мы вам придумали, нужно писать здесь, под этим видео, в комментариях. Не в Инстаграме, не в личных сообщениях Инстаграма, нигде, а только в комментариях к этому видео. Участие принимают подписчики нашего YouTube-канала. Вставай, вставай. Так что если вы еще не подписчик нашего канала, обязательно подпишитесь и участвуйте в нашем конкурсе. Артём, вставай, вставай. Потому что у нас многие детки наши подписаны в Инстаграме, а на YouTube-канале не подписаны. Так что подписывайтесь на YouTube-канал и участвуйте в конкурсе. Мы... Так как на улице холодно у нас опять, снегопад, мы решили задать вам вопрос из новогодней тематики, из нашего новогоднего видео. Итак, вопрос. Как называется видео, в котором Артём завалил ёлку и побил новогодние игрушки? Всё, вы просто ниже в комментариях пишите название нашего видео и все. Писать только один раз, не два раза, не три раза, а один раз написали и все. И мы будем
узнавать победителя 8 марта. Так что до 8 марта все пишите, ищите название нашего видео. Ну, у нас новогодних видео не так уж и много. Я думаю, вы с этим справитесь очень быстро. Так что вот так вот. Вопрос еще раз задаю. Как называется видео, в котором Артём завалил елку и разбил новогодние игрушки? Ответы пишем под этим видео в комментариях. И участвуют только подписчики YouTube. Снимаю, Артём, снимаю. Так что, если вы не подписчик, подписывайтесь. И результаты мы узнаем 8 марта. У нас будет жеребьевка. И мы узнаем победителя. Так что, ребятушки, кто хочет, чтобы Артём передал привет в прямом эфире в одном из своих видео, участвуйте в конкурсе. Все, ребята, всем пока. Пошли мы домой. Буду я вытягивать Артёма с этого сугроба и отогревать дома, как маленького птенчика. Все, всем пока. Ждем ваших ответов под этим видео. Все, Артём, маши пока-пока. Все, ребята, всем пока. Ждем ваших комментариев. Пока-пока.